25 октября отмечается Всемирный день пасты. В течение нескольких тысячелетий макаронные изделия не выходят из гастрономической моды. Они не слишком дорогие, у них большой срок годности и их легко приготовить. В минувшем году на фоне пандемии спрос на макароны взлетел. Перед введением карантинов люди в панике скупали пачки со спагетти, вермишелью, лапшой и спиральками. В период с 2010 по 2020 год потребление и производство макаронных изделий в мире почти удвоилось с 9 до 17 миллионов тонн. Одна Италия произвела почти 4 миллиона тонн этого продукта, при этом 62% пошло на экспорт. С января по июнь нынешнего года потребительский спрос на макароны вырос во Франции, Японии, Германии и США. В Соединенном Королевстве, напротив, он упал на 4%. В мире существует порядка 300 видов пасты разных форм, размеров и цветов. Макароны, как правило, делают из пшеничной муки. Но производители предлагают и альтернативные варианты. Например, малокалорийные и безглютеновые, овощные или бобовые спагетти. Peperoncino. Quella. Ragazzi.